Все в порядке, парень. Все в порядке. Где тебя носило? Я уже думал, ты не выкарабкаешься. Какого хрена я там делал? Мертвые не страдают. Это привилегия живых. Будешь страдать, как я. У него есть на тебя планы, парень. Он ждал этого 30 лет, и он рассчитывает на то, что ты будешь его искать. Постой-ка. Фрэнк, ты что-то знаешь? Помнишь тот кулон? Сразу после твоего звонка вчера. Он исчез. Думаешь, у него вдруг отросли ноги, и он сам ушел? Этот человек знает все. Знает каждый твой будущий шаг. Он истребит 20-30 миллионов людей. За его сестру. Как будто это ее вернет. Он убил моего отца, чтобы отомстить тебе. С этим типом все не так просто. Говори, что за херь случилось в Панаме? Я был уверен, что мы взяли его в Никарагуа. Через год он объявился в Панаме с этим дерьмовым Нарьегой. Для ЦРУ это была последняя капля. От Буша поступил приказ приступить к перехвату. И мы с твоим отцом отправились. Хреново вышло. Мейсон. Вудс. Рад тебя видеть, Фрэнк. Взаимно, Алекс. Обходим сзади. Блин, она в бешенстве. Семью? Я думаю, причина в завтрашнем дне. Причина во всем, Марк! Я хочу от жизни большего, чем сидеть и тупо ждать, пока ты не переведешь нас в очередную богом забытую страну! Давай, Фрэнк. Привет, ребят. Привет, Магнайт. Барахло у тебя? Да, спортивная сумка в сарае. Жена твоя явно недовольна. Ты ведь не говорил ей о вторжении, правда? Нет. Но, похоже, я у нас один такой. Она узнала об этом от жены Джейкоба. И Стива, и Билла. Представляешь, что она обо мне подумала? И почему мы не можем просто убить его нахрен, после всего, что он устроил в Никарагуа? Командование достали его интриги, но он нужен им живым. Не нравится мне это. Ладно. Мануэль Нарьега. Отныне известный как объект Лжепророк. Это стандартная операция очернения. Уничтожить его репутацию и снизить вероятность восстания в его честь. Вторжение отвлечет внимание, а мы будем действовать с ВМФ. Значит, все готово? Ага. Идем, я вас провожу. Спасибо за пиво, Макнайт. Я позволил себе вольность и просмотрел твои старые дела. А что за хрень с цифрами? Русские правда тебе мозги промыли? Они очень старались. Твою ж мать! Просто дети, Макнайт, они того не стоят. Наверное, ты прав. Добро пожаловать в Панаму. Задание нормальное, подготовка нормальная. Десантировались чисто, шлюпки никто не заметил. Единственное, что не вписывалось, так это Хадсон, который всем командовал по рации. Сразу предчувствие было, терзало изнутри, но я не обратил внимания. Хадсон, это Мейсон. Бомбежка началась раньше времени, ничего не хочешь нам сказать? 10 секунд. Хадсон, как слышишь? Нет ответа, будем продолжать по плану. Пошли, пошли. По
Найт Мейсон, мы вошли. Группа спецназа захватит аэродром и штаб панамских сил обороны, чтобы помешать лжепророку сбежать. Я буду вести наблюдение создания 12 за пределами боевой зоны. Хазен не бросил этот план? Но мне он об этом не говорил. Удачи, Мейсон. Конец связи. Вали их, Вудс.
расположение объекта лжепророк. Артиллерия длинная. Номер 225. Захватить его. Конец связи. Вижу объект. Группа неприятелей рядом с отелем. Предоставь их. Все чисто. 2-25, вторая палуба, восток. За мной. Готов, Вуд? Поехали. Только дай причину отстрелить тебе башку. Ты что делаешь? Слежу за твоей репутацией. Не такой был уговор. Позвони своему командиру. Опусти задницу в кресло. Хадсон, это Мейсон. Продолжай, Мейсон. Уже пророк захвачен, эвакуируемся. Запрещаю. Жди нового приказа. Объект лжепророк обладает данными об основной цели Nexus. Проводи его как ценный груз в указанный пункт для обмена пленниками. Подробности позже. Задница такой ценный груз. Цель Nexus? Кто может быть важнее этого козла? Мне это тоже не нравится, но пора с этим покончить. Слишком много времени. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Долбанный Кравченко, помнишь, что он сказал в Афганистане? В лагере Нарьеги был приказ ЦРУ. Что-то неладное тут творится. Задание — простой захват. А потом влез этот сраный Хадсон по рации и сказал, что Нарьега не наша цель. Он нужен для обмена. На другого пленного. И в тот самый момент я, блин, должен был догадаться. Уже тогда должен был. Твою мать, что со мной такое? Какого хера? Фрэнк. Эй, Фрэнк. Сраный Хадсон. Надо было его во Вьетнаме пристрелить. С гражданскими обращаются не лучше, чем в Никарагуа. Они обдолбаны по самые уши. Вали, я займусь мусором. Давайте, долбана, будь мором! Уничтожите! Валите отсюда! Идите по домам и сидите там! Мейсон, ценный груз все еще у тебя? Так точно. Отправляйся к армейскому контрольному пункту за трущобами. Тебе сообщат, где произойдет обмен пленниками. Трущобы — зоны боевых действий. Я вправе защищаться. Дай ему, чего он просит, Мейсон. Это приказ. Конец связи. Зараза. Ты что делаешь? Ты просил оружие. О патронах ты ничего не говорил. Для всех нас лучше, чтобы тебя никто не узнал. А теперь пошел. Вот, займи позицию. Я прослежу за Нарьегой. Войска США проживаются в горах. Вторжение полным ходом. Идем на север. Со своими гражданскими. Везде пехота. Оставаться на балконе. Справа. Выбирай нам шутца. Если разделимся, не волнуйся. Их на балконе тяжелый пулемет. Я за Нарьегой. Выходи по сигналу. Укрытие!
вижу! Вот же ебанько! Теперь куда придурок? Надо пройти через парк в центре города. Парк находится справа. Впереди наши! Не стрелять! Погиб как солдат. Только не говори, что его убил этот сраный жертвест. Только не это! Нарьега. Нет, пацан. Мы все пешки. Тут полная жопа! До вторжения было не сильно лучше. Хадсон, это Мейсон. Мы почти у контрольного пункта. Осталось пара кварталов. Хадсон, проклятие. Черт его знает, что со связью творится, Вудс. Не переживай, Мейсон, техники вечно лажают. Что это слышишь? Она серьезно ранена, Мейсон. Помогите! На помощь!
С этой минуты тебе даже дышать запрещено без моего разрешения! Иди в жопу! В жопу? Мы только что оттуда. Уходи! Готовится вертолетный удар! Давай, уходи! Ладно, контрольный пункт впереди. Отлично! Жду не дождусь, когда передам этого козла кому-нибудь другому. Да! Мейсон. Хадсон, где тебя черти носили? Мы на контрольном пункте. Господа, ваш транспорт вас ждет. Сюда, сэр. Ценный груз все еще у тебя? Да. Так что это за цель Нексус такая? Что может быть важнее объекта Лжепророк? Просто доверься мне, Мейсон. Ты должен. Конец связи. Да, порой я сомневался в приказах. За свой отряд надо отвечать, за всех ребят до одного. Так точно, Фрэнк. Только все не так. Командование в жопе. Я солдат. Я получаю приказы и выполняю их. Вудс, вы на позиции? Мейсон уже на позиции. Перехожу на крышу южного здания. Да, крыша западного здания. А сюда часть дорога. Странная связь. Сюда. Все готово. Никто не должен знать, что я его предал. Его? Хадсон, цель Нексус это кто? Хадсон! Это он, Вудс. Цель Нексус это Рауль Менендес. Ты должен был рассказать, Хадсон. Ты должен был сказать. Мы готовы. Выводи его. Они выводят эту мразь. Вижу объект. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Покончи с этим, Вудс. Стреляй в голову. Стреляй в его сраную Давай, голову. Вудс. Алекс Мейсон, твой лучший друг, погиб от твоей руки. Ты понимаешь, почему? Он собирался убить Дэвида. Потому что ты должен страдать, как страдал я! А теперь умрет еще один.
Ты, Вудс. Или Дэвид. Решай, или через 10 секунд погибнете все! Вудс, я не могу. У меня двое детей. Они... Хрен! Меня! Давай! Давай же! Твою жизнь поглотит чувство абсолютной потери. Тогда и только тогда ты поймешь, что ты сделал со мной. Я не убью тебя, мальчик. Как и Вудс, ты будешь страдать вместе со мной. И когда-нибудь ты снова увидишь этот кулон. И ты вспомнишь все, что видел и чувствовал сегодня. Ты вспомнишь все эти годы ярости и боли. И когда вспомнишь, Дэвид, прошу, приди ко мне. Папа! Нет! Папа! Ты ничего не мог сделать, Фрэнк. Ты ни в чем не виноват. Мы с твоим стариком были лучшими. И даже мы не смогли его остановить. Времена изменились, старик. Скоро ему конец.